зло не ограничивается временем, местом или воплощением. Оно может пребывать в бездействии, только чтобы восстать снова, с новыми планами разрушения. Нам нельзя полагаться на судьбу. Мы должны одержать верх в каждой битве, сразить каждого врага, защитить наш дом. Как зло меняет причины начала войн, так и мы меняем способы их ведения.